разрешена ли интимная близость в месяц Рамадан? Интимная близость в течение месяца Рамадан не является запрещенной, ибо об этом Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ухилля лакум лайлатас сиями рафасу иля нисаикум». И дозволена вам интимная близость к своим супругам в ночное время Рамадана. Смысл аята приблизительно таков. Но однако необходимо знать о том, что половой акт в дневное время нарушает пост. И поэтому во время поста в месяц Рамадан нужно быть очень внимательными и осторожными относительно действий, которые могут вас подтолкнуть к половой близости. Ибо нарушение таким образом поста в месяц Рамадан чревато искупительным каффаратом, возмещением двухмесячными постами, которых необходимо соблюдать подряд. Валлаху тааля аалям.